Здравствуйте, это «Маховая 9» – новости Московского университета, которые вы можете увидеть на сайте факультета журналистики МГУ и на канале «Просвещение». В студии Дарья Бабак. Спорт как норма жизни. В парке «Сокольники» прошла всероссийская гонка ГТО «Путь домой». О том, чему посвящено мероприятие и как оно проходило, смотрите далее. В парке «Сокольники» прошла всероссийская гонка ГТО «Путь домой». Более 70 вузов приняли участие в соревнованиях. В этот раз мероприятие приурочено к памятной дате. Это день празднования второй годовщины воссоединения Крыма с Россией. Мы собственным примером показываем, что спорт – это не достижение, это норма жизни. И сегодня более 2500 человек пришли на это мероприятие. В нашем составе нашей команды федеральные ведомства и департаменты Москвы, и индивидуальные участники, и команды ребят, которые объединились. Очень важно, что сегодня мы нашу победу спортивную посвящаем победе крымчан, которые 16 марта проголосовали на референдуме, а 18-го стали в один ряд со всеми регионами Российской Федерации, вернулись в родную гавань, говоря словами президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, в спорт своей постоянной приписки. И сегодня своей победой мы посвящаем возвращению Крыма домой, поэтому гонка и называется «Путь домой». Погода теплом не радовала. Студенты в легкой спортивной одежде разминались прямо на снегу. Однако для команд была важна не только хорошая спортивная подготовка, но и командный дух. Время засчитывается, когда к финишу прибудут все члены команды. Старт дан. Теперь участникам предстоит пробежать 6 километров и преодолеть 20 препятствий. Приняла участие в гонке и команда организаторов «Звездный десант». Это представители Министерства ведомств России, олимпийские чемпионы. Вместе со студентами они преодолевали сложную трассу. Всегда в хорошем настроении, потому что мы команда, мы всегда бежим и друг друга поддерживаем и получаем от этого удовольствие. Для всех желающих были организованы мастер-классы по воркауту, боксу и шахматам. Любители хоккея могли попробовать забросить шайбу в ворота. Для поклонников экстрима работал небольшой скалодром на свежем воздухе. А для любознательных ребят организовали викторину на тему истории Крыма. Спортсмены-меломаны также остались довольны. Музыкальные группы радовали участников на протяжении всего мероприятия. Где-то в поисках вечного лета мы продвигаем осень, зим до весны без ответа. Согреться и набраться сил для спортивных активностей можно было на полевой кухне, где раздавали гречку и чай. В рамках мероприятия любой желающий может сдать норму ГТО на специально оборудованной площадке. А это отжимания, подтягивания, прыжки в длину, тест на гибкость и поднятие гири. Впрочем, сил сдавать ГТО после прохождения трассы у ребят уже не было. Много было, очень стенок. Очень много высоких стенок, скользких. Скользких стенок. Скользких колец было много. Скользких колец. Веревок скользких было много. Трасса вся была скользкая, если честно. И мокрая. Но самое главное, наверное, это выносливость. Первое, что нужно сделать, это выносливость. Ну и просто воля, как бы, чтобы не сдаться. Члены студенческого спортивного клуба «Ранхикс» рассказали, что было для них самым сложным. Мне сложнее всего было именно бежать большое расстояние. То есть преодоление препятствий мне показалось намного меньшим испытанием, чем постоянный бег. Гонка ГТО заставляет задуматься о таких ценностях, как дружба, взаимопомощь, бережное отношение к своему здоровью и знание истории своей страны. Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков поделился с ребятами секретом успеха в жизни. Любить свое дело, любить свою страну и стараться сделать что-то полезное для своей страны. Так что не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь всегда вперед. Ольга Шарина, Дарья Бабак, «Маховая 9». Мы продолжаем цикл сюжетов о жизни, работе и учебе студентов из других стран. Наш корреспондент Татьяна Тугаринова находится на стажировке в университете немецкого города Ростока. Сегодня она расскажет об уникальных исследованиях моря, которые там проводят. Возраст 4000 лет, максимальная глубина 250 метров, средняя температура 10 градусов тепла. Балтийское море глубоко вдается в суши Европы и омывает берега многих государств, среди которых Россия, Польша, Дания и Германия. В каждой из этих стран на берегу этого огромного водного пространства расположены научные институты и исследовательские центры. Исключение не составляет и университет немецкого города Росток. Балтийское море дает множество возможностей для изучения, несмотря на то, что оно не такое большое, это интересная биологическая система. Я могу встретить очень разные биологические виды здесь, они очень интересны для исследования. Также ученых привлекает Балтийское море то, какое влияние оказывают на него окружающие страны, ведь все ведут разную деятельность, которая не может не отражаться на состоянии водной системы.
Исследованием моря занимаются студенты направлений биология, геология, а также химия и физика. Путь к изучению водного пространства лежит через исследовательский институт имени Лейбница, расположенный прямо на берегу Балтийского моря, в известном курорте города Росток, Варнемюнде. С данным научным центром у Ростокского университета заключено соглашение о сотрудничестве. Благодаря удобным лабораториям и новейшим технологиям института имени Лейбница студенты могут рассматривать море не только в теории, но и на практике. Балтийское море – рай для исследователей. Здесь можно встретить редкое сочетание океанской и пресноводной флоры и фауны. Изучение глубин не прекращается ни зимой, ни летом. В институте имени Лейбница студенты Ростокского университета могут в полной мере ощутить, что такое междисциплинарный подход к исследованиям. Вместо изучения Балтийского моря с точки зрения одной дисциплины, ученые Варнемюнде рассматривают водную систему как взаимодействие физических, химических, биологических и геологических процессов. Сейчас я работаю над проектом, связанным с изучением кислорода в Балтийском море. Ведь, как известно, Балтийское море насыщено кислородом неравномерно. Мы пытаемся выяснить причину того, почему одна часть моря обогащена кислородом, а другая нет, и как в общем осуществляется процесс движения кислорода в Балтийском море. Нам важно понять это, чтобы делать дальнейшие выводы о функционировании этой водной системы. Сегодня в университете города Росток по направлениям, связанным с исследованием Балтийского моря, обучается более 5000 студентов. В штате в качестве научных сотрудников стоит более 1000 человек. В планах на будущее университета совместные проекты с институтом имени Лейбница, внедрение новых направлений исследований и запуск морской экспедиции из 50 человек сроком на полгода. Татьяна Тугаринова, специально для студенческого телеканала «Маховая 9». Трус не играет в хоккей. Ежегодно этот вид спорта выбирают сотни мальчишек. А еще совсем недавно никто бы и не поверил, что в этот, казалось бы, только мужской спорт придут и женщины. Тему продолжит наш корреспондент. Женский хоккей. Вы слышали про такой вид спорта? А зря, ведь это давно и динамично развивающийся вид спорта, который с 1998 года включен в программу Олимпийских игр. На родине хоккея в Канаде около 100 тысяч женщин, играющих в хоккей, более 500 зарегистрированных клубов. У нас же в России дело обстоит иначе. 7 официально зарегистрированных клубов на всю Россию и с трудом привлеченные девушки, пришедшие в этот спорт из других видов спорта, таких как фигурное катание, бег и даже бокс. В подмосковном городе Дмитрове проходит матч среди сильнейших команд России – «Торнадо» – Московская область и «Агидель» – Уфа. Игра проходит зрелищно, но женский хоккей не отличается силовой борьбой, натиском и характерным травматизмом, присущим мужской игре. И что мы видим на трибунах? Из всего 2000-го стадиона именно столько зрителей вмещает Дмитровский ледовый дворец. Пришедших поболеть и посмотреть игру насчитывается около сотни. С 2009 года стал болеть за женскую хоккейную команду «Торнадо». И в любые выходные, как только могу, присутствую на матч. Я болею и за «Торнадо» в том числе. Стараюсь посещать большинство матчей и сам являюсь хоккеистом с 2005 года рождения. КХ «Дмитров». Молодежь идет с неохотой в клубы и общество, потому что женский хоккей не популярен, о нем ничего не знают. Однако Надежда Александрова, вратарь команды «Торнадо», мечтала стать хоккеисткой с 6 лет, а в 12 лет мечта стала реальностью. Мне прям хотелось, у меня прям до 6 лет, это прям мечта, у меня родители там, и мы и в танцы, куда меня только не отдавали, но вот как появился хоккей, я прям в хоккей сразу. И у нас в России, как бы он, я бы не сказала, что популярен, у нас начинается вся популярность перед Олимпийскими играми. Вот если сравнить даже той же Канады и Америки, у нее в каждом институте, в каждой школе есть команда. На маленькую страну, эту Канаду, я не знаю, сколько там тысяч человек занимается, а у нас 500 человек занимается, и то из них половина уже старые пенсионеры, а молодежи пока нет. Как обстоят дела с поддержкой и как с помощью конкуренции повысить уровень женского хоккея, рассказал главный тренер женской хоккейной команды «Торнадо» Алексей Владимирович Чистяков. Московская область, вы видите, поддерживает женский хоккей, хотя мы пережили довольно и переживали непростые времена, но тем не менее сохранили команду боеспособную. Впереди через 2 года еще одна Олимпиада, следующая, поэтому нужно, чтобы со стороны, может быть, Министерства Федерации шла работа разъяснительная в регионах с губернаторами. Нужно открывать еще 2-3 команды как минимум, чтобы Россия была боеспособная на международном уровне. Выдержка, сила воли, характер – все это есть у хоккеисток. И самое главное – желание играть. Остается надеяться на то, что в скором времени женский хоккей станет популярным и займет свое место в сердце болельщиков. Юлия Столова, Владимир Глаголев, «Маховая 9». Heavy metal.
тема нашего следующего сюжета. Об этом музыкальном направлении много спорят. Кто-то его любит, а кто-то не приемлет. Однако автор материала абсолютно точно убеждена, что это музыка, которая не бывает модной, но и никогда не выходит из моды. Тяжелая музыка – это своеобразный культурный феномен. Ее отличает особая техника, особое мироощущение и даже особый стиль жизни. И, конечно, это относится к жанру металла. Первые метал-группы появились в 70-х годах в Великобритании. Всеобщие любимцы Led Zeppelin и Deep Purple стали первопроходцами в использовании утяжеленных гитарных эффектов. А Россию волна металла покрыла немного позже, в 80-х годах с появлением групп «Ария» и «Черный кофе». Песни «Арии» стали классическим хэви-металом британского разлива. Метал-группы отличаются использованием длительных гитарных соло и особых ударных установок. Сложные инструментальные партии вызывают настоящую эйфорию у публики. А ведь именно у метал-групп самые преданные фанаты, многие из которых не пропускают ни одного фестиваля тяжелой музыки. А некоторые из них живут от концерта до концерта. Нам повезло. Сегодня мы познакомились с настоящим ценителем живого звука. Сам он серьезно занимается музыкой и знает все секреты хорошего выступления. Как раз сейчас он спешит на крупный музыкальный фестиваль. Составим ему компанию. Евгений – настоящий фанат тяжелой музыки. Он не пропускает ни одного концерта любимых исполнителей. А главное, Женя мечтает внести свой вклад в развитие метал-индустрии, ведь у него своя музыкальная группа. Под чутким руководством Евгения коллектив записывает свои инструментальные композиции, а также переигрывает уже известные песни. Женя часто ходит на мастер-классы, которые проводятся на бесплатной основе для всех желающих. Он считает, что это настоящая находка для любителей не только слушать, но и играть тяжелую музыку. Обычно мастер-классы проводятся перед крупным музыкальным фестивалем. Вот и группа «Стигмата» накануне своего концерта в клубе «Стереохолл» поделилась секретами записи барабанов. Вот эта вся серия 900, она является вся динамической у нас? Или там есть еще конденсаторные? Вот конденсаторные оверхеды. Это оверхеды все конденсаторные. Да. Большинство посетивших мастер-класс и есть фанаты «Стигматы». Многие из них собираются на концерт в клубе «Стереохолл», где группа выступит хедлайнером. Зачем же идти на столь масштабное мероприятие? На этот вопрос как нельзя лучше ответил барабанщик группы Владимир Зиновьев. Например, я хожу на концерты, потому что мне больше нравится живое выступление, чем слушать диск или какую-то запись, смотреть клипы и так далее. Я люблю больше концерты, потому что там энергетика, там по-другому что-то звучит. То есть, группа с тобой разговаривает посредством своих песен. Мне вот нравится вот этот диалог музыканта со зрителем. Фанаты тяжелой музыки по-разному выплескивают свои эмоции. Некоторые организуют флешмобы, чтобы поддержать любимых артистов. А некоторые предпочитают более агрессивные способы. Например, мош-круги. Пока мы с Женей шли на концерт, он рассказал нашей съемочной группе, что это такое. Когда люди выплескивают свои эмоции, свою лишнюю активность на других людей. А, мягко говоря, прессуются. Люди прессуются, устраивают стены смерти. Это когда две группы людей расходятся на сцене в площадке и со всего размаху по команде бегут друг на друга. Весело, приятно. То есть люди, которым интересно именно такое. Такой способ проведения времени на концертах. Но тем, кто не любит экстремального времяпрепровождения, намного больше понравятся флешмобы. Даже далекому от тяжелой музыки человеку будет интересно участвовать в массовом перекидывании шариков или в простом танце в поддержку группы. А техника 21 века позволяет осуществить самые невообразимые задумки. Если взять, например, тех же «Мьюз», то у них шоу вообще запредельного космического порядка. То есть у них сцены на 360, у них там дроны ходящие есть. Вот, а что такое дроны? Ну, это такие у них роботы. Вот они выпускают на сцену роботов. До чего докатился мир-то? В том клубе, куда мы так долго шли с Женей, развернулся настоящий метал-фестиваль. На сцене выступили сразу 6 групп. Хедлайнером мероприятия стали коллективы 5DS и Стигмата. Первыми, по традиции, вышли разогревающие группы. Разогрев – одна из особенностей металл-феста 21 века. Его основная задача – расшевелить зрителей.
И справляется разогревающая группа с такой задачей на ура! Следом принято приглашать более известные группы. Они могут быть совершенно разными. Например, на фестивале в Стереохолле выступили группы «Эва» и «4 апреля». И, наконец, на сцене появляются те, чье выступление ждут сотни людей, в том числе и наш герой. Группа 5DS порадовала фанатов новым синглом, а «Стигмата» поразила отличным исполнением старых хитов. Яркое шоу и живая музыка сливаются воедино на любом метал-фестивале. Это нужно ощутить хотя бы раз в жизни. И несмотря на то, что тяжелую музыку слушают далеко не все, все должны знать, что это та музыка, которая никогда не бывает модной, но никогда не выходит из моды. Эмоции, пережитые на концерте, нельзя описать словами. Каждый по-своему вдохновляется выступлением любимой группы. А значит, это один из лучших способов зарядиться творческой энергией, которая нужна не только музыканту, но и обычному человеку. Зиньковская Юлия, Никита Боровиков, Илья Сластенов, студия «Маховая 9». Шотландцы, британцы, сфинксы, мейн-куны. Более 30 пород кошек можно увидеть на интерактивной выставке этих удивительных животных. Наш корреспондент посетила выставку и готова поделиться своими впечатлениями. В одном из павильонов ВДНХ проходит необычная выставка под названием «Фелинариум». Здесь пушистые антидепрессанты помогут забыть обо всех проблемах и поднимут вам настроение. Уникальна выставка тем, что животные свободно передвигаются по территории. Кошек можно гладить, играть и фотографироваться с ними. Более 30 видов пород содержатся в тепле и уюте. Мы за кошечками ухаживаем, то есть каждое утро мы приходим, их осматриваем, умываем. Это обязательно. Существуют особые правила, которым необходимо следовать на выставке. Нельзя брать на ручки, нельзя заходить к ним в вольеры, потому что котики у нас там живут. У нас выставка стационарная. И еще перед тем, как общаться с котиками, должны обязательно все протереть ручки влажными салфеточками, которые мы даем. Среди посетителей много детей. Выставка дает возможность привить любовь к животным. Кошки очень красивые, они мне нравятся. Я вообще кошек обожаю. В зале есть также фелинологи. Это специалисты по домашним кошкам. Им можно задать вопросы по уходу и содержанию животного. На выставке проходят экскурсии, в рамках которых можно узнать о привычках, характере и особенности представителей той или иной породы. Кошки способны покорить любого, ласковые, дружелюбные, но при этом со своим особенным характером. Это животное способно стать любящим и преданным другом. Виктория Никеева, Арина Сваровская, студия «Маховая 9». Фотосессии, перетягивание каната, хороводы, песни и, конечно, знаменитые гости. В столице проводили зиму. В парке «Сокольники» с размахом отпраздновали Масленицу. Фонтанная площадь стала основным местом народных гуляний. Здесь построили настоящее, исконно русское подворье, где мастерицы пекли блины. Однако попробовать их было не так просто. Необходимо совершить несколько несложных действий. Посетители могли сфотографироваться на различных фототочках, выложить фотографии в социальные сети и за это получить блины со сметаной. Вкусные угощения согревали душу и помогали перенести плохую погоду. Несмотря на то, что погода нас сегодня не радует, к сожалению, нет никакого солнышка, мы своим настроением обязательно сделаем сегодня здесь жарко, тепло, и весна к нам придет намного быстрее, чем в предыдущих годах точно, я уверена. Организаторы подготовили гостям разные конкурсы. Каждый мог найти развлечения по душе, среди которых перетягивание каната, танцы, песни, хороводы и другие исконно-русские развлечения. Победители масленичных конкурсов получали призы, а самыми активными участниками соревнований стали дети. Праздник посетили знаменитости. Владимир Жириновский в окружении однопартийцев пек блины. А ведущая канала ТНТ Елена Усанова устроила кулинарное соревнование, героями которого стали две московские семьи. Елена Усанова была уверена в том, что это зрелище станет незабываемым. Пара Елена Николай и Александр и Анна. Ваш танец буквально на 30 секунд. Погромче включать мобильные, YouTube взорвем. Ну что же, помните, да, как начинает танец бойцов? Праздником остались довольны как взрослые, так и дети. Праздник веселый, вот пришли с детьми. Надеемся и сами повеселиться, и детей развлечь. Ну, тут много разных конкурсов, но
все, наверное, чем-то своим хороши. Главное, что весело, интересно. По словам ведущего, организаторам удалось увлечь программой даже самых инертных гостей мероприятия. Недостаток солнца компенсируется людьми, которые заряжены на отдых, едят блины, прыгают, бегают, перетягивают канат, поднимают гири, чего только не делают, настроение отличное. Испокон веков на Руси празднуется Масленица. Этот праздник символизирует приход весны. Сегодня в парк Сокольники пришли много людей, чтобы проводить зиму и встретить самое теплое и романтичное время года – весну. Это были все новости на сегодня. Мы напоминаем, что программу «Маховая 9» вы можете посмотреть на сайте журфака МГУ и на канале «Просвещение». До свидания.